все понравилось, молодец. Работал первым номером. На этот раз она вышла на бой совсем другим человеком. Mm-hmm. И она видно, что прогрессирует от боя к бою. И через месяц, через два это будет еще более прогрессивный боец. И я более чем уверен, что на сегодняшний день она уже готова стартовать в UFC, в самом сильнейшем промоушене на сегодняшний день. И навести там шороху. Понятное дело, никто не даст сразу за пояс биться. Mm-hmm. И с самыми топовыми начнутся какие-то предварительные бои. К этому уровню она готова. Mm-hmm. Хоть сегодня выступать. Mm-hmm. В России найти и вообще в Европе тяжело. Находили здесь в Европе, там проблемы с визами. И проблема вообще людей, количество людей. То есть девушек, занимающихся MMA, не так много. Mm-hmm. Mm-hmm. И самые лучшие, они, конечно, собраны в Invicta и в UFC на сегодняшний день. Ну, для зрителя оно, конечно же, интересно. Но, конечно, такой вопрос каверзный. Потому что у нас хорошие отношения. Я думаю, что у Никиты сейчас только началась карьера в Fight Nights, да, и у него прошел один бой, он был краткосрочный, я думаю, что ему надо еще бой, два, ну, я не знаю, делать какие-то бои, mm-hmm. потому что здесь есть ребята, с которыми можно побиться, так же, как и мне есть с кем еще побиться. Mm-hmm. Если будет совсем безрыбье, да, mm-hmm. и это будет прямо, я не знаю, там, ажиотаж, как Конор Макгрегор против Мейвезера, да, mm-hmm. тогда мы этот бой сделаем. Mm-hmm. Но пока что я не вижу смысла. Пока mm-hmm. что есть еще и у него соперники в полутяжелом дивизионе, mm-hmm. и у меня может быть в полутяжелом, может быть в тяжелом дивизионе. Mm-hmm. Мне, в принципе, без разницы в каком-то, mm-hmm. или 93, mm-hmm. или в тяжах. Mm-hmm. Тут вопрос интереса. Mm-hmm. На сегодняшний день я думаю, что пока что нужно еще создавать интригу. Если, может быть, он когда-нибудь состоится, этот бой, это не факт, конечно, mm-hmm. но я считаю, что должна быть еще интрига идти. Mm-hmm. Ну, Fight Nights подписывают каждый раз очень хороших спортсменов. Mm-hmm. Вот совсем недавно Тони Джонсона подписали в тяжелый вес. Также там есть Дерек Мэхман. Хороший бой показал. Я считаю, что он не проиграл Алексею Кудину. Mm-hmm. В полутяжелый вес Эммануэла Ньютона подписали. Есть там Артур Астахов, там есть еще другие ребята, они все хорошие и могут получиться очень хорошие бои, что у Никиты в полутяжелом дивизионе, что у меня могут быть в тяжелом дивизионе хорошие бои. Просто пока нас еще не обозначили, наши соперники будущие, но это все в процессе. И у нас критики, как обычно, пухнут и уйдут куда-нибудь в тень. По факту никто не может в лицо что-нибудь прийти и сказать. И сколько я встречался с людьми, у которых, может быть, какие-то сомнения возникали, что, может, бой там был по-дружески, мы там гладили ладошками, но я им объяснял, что это совершенно не так, что есть спортсмены разного уровня, когда выступают. Может быть, произойти очень быстрый, да, красивый, зрелищный, да, как людям нравится, там будет море крови, еще что-то. А бывают такие бои, когда выходят спортсмены высокого уровня, и они понимают, что любая ошибка – это сразу же моментальное поражение. Там, нокаут, нокдаун, там, потерял позицию, там, задушили, бросили как-то неудачно, там, ну, все что угодно. И у нас именно был такой бой, что любая ошибка – это поражение. Причем, наверное, можно так сказать. И поэтому у нас был более такой тактичный бой, да, и никто, может быть, отчасти не шел идти вперед, там, за руку, потому что каждый понимал, что в тяжелом весе нарваться на удар, это все, можно сказать, конец боя. И цена вопроса был пояс, здесь никто не хочет проигрывать, никто не хочет отдавать. Мы бились, как мы могли, что могли, то показали. Конечно, у зрителей там свое мнение на этот счет. Нам, честно говоря, по барабану, мы просто вышли, сделали свое дело. Там мы, может быть, не такой зрелищный бой показали, как люди бы хотели, но самые лучшие и хорошие бои, они впереди. И мы уверены, что Серега Павлович, что мы порадуем красивыми зрелищными боями. Просто этот бой был такой, но с точки зрения профессионалов и людей, которые профессионально разбираются в этом, этот бой был очень интересно. Mm-hmm. И в этом бою каждый из нас приобрел огромный опыт. Честно сказать, хотелось бы новых соперников. С теми, с кем бился, пока интересно особо не испытываю, чтобы провести реванш. Алексей, я думаю, может быть, хотел бы реванша, но мне он на сегодняшний день не нужен, потому что наша ничья, она была такая, больше в мою сторону победа, чем в его сторону. А ему ничью дали, потому что он только пришел в промоушен, и чтобы не начинать с поражения, делали ничью. Мои мысли только такие. Потому что сколько раз пересмотрел бой, там его победы и близко не было. То есть ничьи. Поэтому
Мне интересны новые соперники, новые бойцы. Грэпплинг, либо джиу-джитсу, как виды борьбы, да, они позволяют некоторым спортсменам выступать исключительно в этих видах спорта и жить этим, зарабатывать. То есть это коммерция определенная и приносит, ну, доход именно спортсменам. Почему тогда, допустим, у нас самбо таким образом не может произойти? Чтобы также, возможно, вводились какие-то, ну, грубо говоря, там что-то типа поясов, какие-то турниры такого мирового уровня, которые бы привлекали какие-то спонсоры, там, финансирование, чтобы человек мог знать, что ему, возможно, не обязательно переходить в профессиональную карьеру, а достаточно будет заниматься, допустим, самбо. Возможно, люди, которые задаются этим вопросом, они глобально не вникали в самбо, да? Как там люди выступают, чем они живут, чем зарабатывают и так далее. В принципе, если ты номер один в самбо, чемпион России, чемпион мира, можно жить спокойно, зарплата достойная, можно хорошо жить, но тут даже дело не в деньгах, тут дело больше, наверное, в признании, потому что самбо, конечно, так не транслируют на телеканалах, как бои без правил. И я считаю, что каждый спортсмен, себя уважающий, который добивается каких-то высоких титулов, им хочется определенного признания. И ММА – это именно тот профессиональный вид спорта, где каждый единоборец может себя проявить в всей красе, показать все свои высокие навыки, которые он приобрел. И знаете, у нас, когда проводится чемпионат России по боевому самбо, собирается очень много народу, потому что очень много титулованных именно бойцов с боев без правил. И одного чемпионата России более чем достаточно. Просто людям прийти, посмотреть на все эти... Ну, планируется создавать какие-то профессиональные бои по именно по боевому самбо. Но все-таки мне кажется, что ММА, она на много шагов уже вперед ушла, и люди будут смотреть все-таки больше ММА, либо смотреть любительские соревнования, типа чемпионата России, чемпионатов Европы и мира, тоже также по боевому самбо. А профессиональная лига, мне кажется, что она не так будет интересна. Она не так будет интересна, потому что, допустим, потому что ММА... или она не нужна? Я считаю, что она не нужна, потому что ММА это затмит. Ну, может быть, это нужно для начинающих бойцов, которые только начинают себя проявлять в профессионалах, возможно, это надо. Но их тоже так же никто не узнает, потому что ММА, она в Африке ММА.